На стадии чистки документа важно, чтобы Word-овский файл как можно ближе соответствовал PDF. Есть разные структурные элементы. В книге цифры находятся левее от текста. Это будет сделано в дальнейшем, вручную это делать не надо. Но есть структурные элементы, как начало песни и конец. Их хорошо выделить бы стилями. И в данном случае даже здесь надо убрать лишний пробел тут внутри, а перед поставить пробел. Два пробела после. Четвертая песня. Номер песни. Вот. И таким способом избыточный курсив. Ну, можем его убрать. Зачем он нам? Вот, снова. Песни. Номер песни. Вот. То есть такая структурная разметка документа, чтобы в дальнейшем было проще верстать. То есть тот, кто изначально готовил документ, он сильно этим не заморачивался. А мы же хотим сделать как можно ближе к бумажному оригиналу. То есть, видите, значит, здесь, например, для того, чтобы вторая песня оказалась в начале страницы, следующей страницы, специально растягивали верстку. То есть перенос на две строчки последней шлоки, чтобы не получилось здесь внизу пробелов. Вот, то есть такой прием, как видите, используется в разных местах. Скорее всего, в дальнейшем мы это тоже местами будем применять, но это именно уже стадия верстки. Вот, это нас сейчас не интересует. Нам важно, чтобы у нас были выделены структурные элементы и чтобы все буковки совпадали. На самом деле, даже вот здесь где-то был тире, перед ним стоял пробел, после него не стоял пробел. Это не важно, это проверит как раз автоматический скрипт. Вот. Ну вот, то есть разметка по стилям. Да, вот, пожалуй, это важно.